номинации «Любимый театр театрального сезона 2015-2016 годов» определила победителем Самарский академический театр оперы и балета. Лучших выбирали с весны. В театрах Самары были установлены урны для голосования. Зрители отдавали свои голоса за любимых актеров и спектакли. Не исключением стали и представители городских властей. Надо сказать огромное спасибо всем творческим людям, которые принимают участие не только вот сегодня в мероприятии, но и своим трудом сделали так, что Самара является театральной столицей Поволжья. Порой один единственный спектакль, он может поменять жизнь очень-очень сильно. Всем советую чаще посещать театр. Это очень нужно всем нам, это очень нужно актерам, потому что каждый раз, играя спектакль, они сдают определенные экзамены. И каждый раз они играют для нас с вами. Лучшим спектаклем по классической драматургии стала постановка «История лошади» драматического театра. В современной драматургии победил Самарт с дебютной режиссерской работой «Манюня». «Манюня» – это вообще обгорел, когда я прочитал эту книгу «Манюня». Это про мое детство. Мне как бы это близко, я все прекрасно все это понимаю, о чем там шла речь. И как сложится дальше – посмотрим. Конечно, и классика, я думаю, будет современной драматургией. Лучшим музыкальным спектаклем стал «Гранд-па» из «Пахиты Минкуса». Лучшей балериной признали Ксению Овчинникову. Георгия Цветкова за партию Елецкого в «Пиковой даме» отметили как самого любимого исполнителя. Самая острая борьба, конечно, развернулась за звание любимой актрисы и актера в театре драматическом. В этих номинациях победу одержали народная артистка России Жанна Романенко за «Странную миссис Сэвидж» и Владимир Лоркин из «Самарской площади» за роль в спектакле «Кроткая» по Достоевскому. Любовь, вот ее не купишь. Вот ее не купишь ни за какие деньги. Вот ее надо действительно заслужить. И действительно я ее питаюсь этой любовью. И каждый раз, выходя на сцену, естественно, я хочу, ну, как бы, вот оправдать это доверие. Это же голосуют зрители, это особенно приятно. Ну, хотя профессиональная премия, конечно, тоже очень важна, и она очень приятна, но здесь зрители, это здорово, значит, нас любят, значит, к нам ходят, есть зритель, это отлично. Когда мы слышим аплодисменты в этой черной яме зала, так именно выглядит зал, когда стоишь на сцене, потому что не видно лиц, и мнение зала нам очень важно, потому что вся наша жизнь направлена не понравиться моему коллеге, профессионалу, да, а понравиться зрителю. В этом году 11 лауреатов уже определены. У зрителя будет возможность вновь проголосовать за любимые театры следующей весной. А пока все как один кричат самарским актерам «Браво!». Марьяна Мирная, Василий Колдашов. События.